места, но улицы ждут отпечатков наших ног. Звездная пыль на сапогах, мягкое кресло, клетчатый плед, не нажатый вовремя курок. Солнечный день в ослепительных снах. Я не хочу победы любой ценой. Я никому не хочу ставить ногу на грудь. Я хотел бы остаться с тобой, просто остаться с тобой. Но высокая в небе звезда зовет меня в путь. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Это лучше, чем он вообще на уроках. Не остаться в этой траве, не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай. Группа «Радио Камергер». Стремительная, как локомотив. Начало нашей программы. Очень интересное у вас сочетание инструментов. Непривычное, скажем, для публики, для жанра. Необычное. И тем не менее сыгранное, прекрасно звучащее. У вас напряженный крупный план, что очень хорошо для телевидения. Когда вы сосредоточены, такая песня. Когда вы подаете материал, пение не выпадает из рамок происходящего. Крупный план сильный, серьезный. И, в общем, я считаю, что все успешно. Мне кажется, вся наша программа – это один напряженный крупный план. В основном, да. Диана, какие у вас впечатления? Ну, я могу сказать, что это мои фавориты. Поэтому, не растекаясь мыслью по древу, я, конечно, очень бы хотела, чтобы вы пошли дальше. Хорошо. Скоро мы узнаем это, буквально через несколько минут. Ну что, удалось зажечь, Володя? Да, феерично. Энергетос такой. Во-первых, победа, что нету клавиш. На мой взгляд, это только украшает ваш бенд. Скрипки звучат как вообще, ну, просто супер. Я так горд, что я услышал вас. Спасибо. И песня, конечно, ну... Нет слов. Нет слов. Ну и, наверное, тяжело все-таки петь, когда еще в руках виолончель. Я, честно говоря, сам таких людей почти не встречал, но вот на этом проекте есть еще одна виолончелистка, и она тоже поет, поэтому это возможно. Какие впечатления у Елены Ваенге? Близка ли вам такая музыка и такая подача? В общем, первое, что могу сказать, я вам верю, вот я встала и пошла за вами. Спасибо, что мы начали программу именно с этой песни. Друзья, мы просим...